Хари Кришна, Махашакти Прабху здесь. Джератхаматава Кунджабихари. Джератхаматава Кунджабихари. Гопиджанавалапа Гириваратари. Джая Гупиджанавала Гириваратари. Ешоданандана Враджа Джанаранджана. Ешоданандана Враджа Джанаранджана. Ямуна Тира Паначари. Ямуна Тира Паначари. Павел Прабу, вы можете продолжить киртан? Ну, несколько раз пропеть Хари Кришна. Можете пропеть? Джая Радха Мадава Кунджа Бихари. Джая Радха Мадава Кунджа Бихари. Гопи Джана Валабха Гирварадхари. Гопи Джана Валабха Гирварадхари. Яшодананда Враджа Джана Ранджана. Яшодананда Враджа Джана Ранджана. Ямуна Тира Ваначари. Ямуна Тира Ваначари. Джая Радха Мадава Кунджа Бихари. Джая Радха Мадава Кунджа Бихари. Гопи Джана Валабха Гирварадхари. Гопи Джана Валабха Гирварадхари. Яшодананда Враджа Джана Ранджана. Яшодананда Враджа Джана Ранджана. Ямуна Тира Ваначари. Ямуна Тира Ваначари. Хари Кришна, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Good morning, Hare Krishna. Доброе утро всем, Хари Кришна. What verse are we on? 2.1.10. Thank you for the Jai Radha Madhava. Спасибо, что исполнили Джай Радха Мадхава. Srimad Bhagavatam, second canto, chapter 10. Just a minute, I gotta answer a call. It's important. Извините, мне надо ответить. Очень важный звонок поступил ко мне.
Okay, again, I'm back. Cut off. Srimad Bhagavatam, second canon, chapter 1, verse 12. 10, verse 10. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, вторая песня, первая глава, десятый текст. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Тадахам те бидасьями. Maha-purushika bhavan, yasya shadadatam asu shanmukunde mati sati. Tadaham te vidasyami maha-purushiko bhavan, yasya shadadatam asu shanmukunde mati sati. Tadaham te vidasyami Махапурушико Бхаван, Ясья Шадритам Ашу, Шанмукунде Мати Сати. Тат Ахам Те Бадишьями, Махапурушико Бхаван, Ясья Шадритам Ашу, Шанмукунде Мати Сати. Окей, another? Пожалуйста, повторите. Тадахам те абхитхасями махапауришика паван яся шадатхатам ашу сяну кунде матах сати. Cut that. Sorry, my mic was off. That, это. Aham, I. Aham, я. Te, unto you. Te, тебе. Abhidasyami. Abhidasyami. Shall recite. Буду рассказывать. Abhidasyami, Abhidasayami shall recite Mahapurushika, the most sincere devotee of the Lord. Mahapurushika, искреннейший преданный Господа Кришны. Bhavan, your good self. Bhavan, о добродетельный. Yasya. Yasya. Of which? Из которого? Шрададатам. Шрададатам. Attention. У того, кто слушает с глубоким почтением и вниманием. Шат. It so becomes. Сьят. Появится. Мукунде. Мукунде. Lord who gives salvation. В Господе, дарующего освобождение. Мати, faith. Мати, вера. Сати, unflinching. Сати, непоколебимая. Translation. That very Srimad Bhagavatam I shall recite before you because you are the most sincere devotee of Lord Krishna, one who gives full attention and respect to hearing Srimad Bhagavatam, achieves unflinching faith in the Supreme Lord, the giver of salvation. Перевод. Теперь же я собираюсь поведать этот Шримад Бхагаватам тебе, ибо ты самый искренний преданный Господа Кришны,
Тот, кто с неослабленным вниманием и почтением слушает Шримад Бхагаватам, обретает непоколебимую веру в Верховного Господа, дарующего освобождение. Report. Srimad Bhagavatam is recognized Vedic wisdom and the system of receiving Vedic knowledge is called Avaroha Panta, or the process of receiving transcendental knowledge through the bona fide disciplic succession. For advancement of material knowledge, there is a need for personal ability and researching aptitude. But in case of spiritual knowledge, all progress depends more or less on the mercy of the spiritual master. Комментарий. Общепризнано, что Шримад Бхагаватам является квинтэссенцией ведической мудрости. Метод получения ведического знания носит название Авароха Панти. Это значит, что оно передается по цепи авторитетной ученической преемственности. Чтобы заниматься материальной наукой, необходимо обладать определенными способностями и склонностями к исследовательской деятельности. Но успех того, кто постигает духовную науку, в большей или меньшей степени зависит от милости духовного учителя. Spiritual master must be satisfied with the disciple. Only then is knowledge automatically manifested before the student of spiritual science. The process should not, however, be misunderstood to be something like magical feats whereby the spiritual master acts like a magician and injects spiritual knowledge to the disciple as if surcharging him with an electric current. Духовный учитель должен быть доволен учеником, только тогда к последнему придет понимание духовной науки. Однако не следует считать, что этот процесс представляет собой некий мистический акт, в ходе которого учитель, будто волшебник, вкладывает духовное знание в ученика, словно заряжая его электричеством. The bona fide spiritual master reasonably explains everything to the disciple on the authority of Vedic wisdom. The disciple can receive such teachings not exactly intellectually, but by submissive inquiries and a service attitude. The idea is that both the spiritual master and the disciple must be bona fide. Истинный духовный учитель дает ученику аргументированные разъяснения, опираясь на авторитетные источники ведической мудрости. Ученик же усваивает эти знания не столько с помощью интеллекта, сколько смиренно задавая вопросы своему учителю и служа ему. То есть и духовный учитель, и ученик должны обладать определенной квалификацией. Sukadeva Goswami is ready to recite exactly what he has heard from his great father, Srila Vasudeva. And the disciple Maharaj Bricket is a great devotee of Lord Krishna. A devotee of Lord Krishna is he who believes sincerely that by becoming a devotee of the Lord, one becomes fully equipped with everything spiritual. This teaching is imparted by the Lord himself on the pages of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, in which it is clearly described that the Lord Krishna is everything and that to surrender unto him solely and wholly makes one the most perfectly pious man. В данном случае духовный учитель Шукадева Госвами готов в точности передать то, что услышал от своего великого отца Шрилы Вьясадевы, а ученик Махараджа Парикшит является великим преданным Господа Кришны.
Преданным Господа Кришна считается тот, кто искренне верит, что, став его преданным, получит все необходимое для духовной жизни. В наставлениях, которые сам Господь дает на страницах Бхагавадгиты, ясно сказано, что Господь Шри Кришна есть все, и тот, кто полностью предается Ему, становится самым совершенным из праведников. This unflinching faith in Lord Krishna prepares one to become a student of Srimad Bhagavatam. And one who hears Srimad Bhagavatam from a devotee like Sukadeva Goswami is sure to attain salvation at the end, as Maharaj Bricket did. Чтобы изучить Шримад Бхагаватам, необходимо обладать непоколебимой верой в Господа Кришну. И тот, кто слушает Шримад Бхагаватам от такого преданного, как Шукадева Госвами, в конце концов, подобно Махараджа Парикшиту, непременно достигнет освобождения. The professional reciter of Srimad Bhagavatam and of pseudo devotees whose faith is based on one week's hearing are different from Sukadeva Goswami and Maharaj Bricket. Srila Vasudeva explained Srimad Bhagavatam unto Sukadeva Goswami from the very beginning of the Janmadyasya 101 verse. And so Sukadeva Goswami also explained it to the king. Профессиональные чтецы Шримад Бхагаватам и псевдопреданные, чья вера основывается на недельном слушании Бхагаватам, не имеют ничего общего с Шукадевой Госвами и Махараджей Парикштам. Шрила Вьясадева начал рассказывать Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами с самого первого стиха «Джанмадьясья», и Шукадева Госвами излагает его царю в той же последовательности. Lord Krishna is described as Mahapurusha in the Srimad Bhagavatam, Canto 11. In his devotional features, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna himself with devotional attitude, descended to earth to bestow special favors on the fallen souls of the Kali Yuga. There are two verses particularly suitable to offer prayers to this Mahapurusha feature of Lord Krishna. Шримад Бхагаватам, 11-я песня Господа Кришну, принявшего облик своего преданного Господа Шри Читани Махапрабху, называют Махапурушей. Шри Читани Махапрабху – это сам Господь Кришна, пришедший на землю в образе преданного, чтобы одарить особой милостью падшие души века Кали. Два стиха, приведенные там, можно назвать молитвой, обращенной к воплощению Господа Кришны в образе Махапуруши. Deyam sada paribhavagyam abhishtadoham tirthaspadam shivavarinshinutam sharanyam vidyartiham pranatapala bhavadvipotam vande maha purushate charanaravindam 11.5.33 taktva sadustaja surepshita raja lakshmim Dharmishta Arya Vachasayad Agad Aranyam Maya Mrigam Daitai Pshitam Anvadavad Vande Maha Purushite Charanaravindam 11.5.34 Purusha means the enjoyer and Maha Purusha means the supreme enjoyer or the supreme personality of Godhead Sri Krishna. One who deserves to approach the Supreme Lord Sri Krishna is called the Mahapurushika. Anyone who hears Srimad Bhagavatam attentively from a bona fide reciter is sure to become a sincere devotee of the Lord, who is able to award liberation. There was none so attentive as Maharaj Bricket
in the matter of hearing Srimad Bhagavatam, and there was none so qualified as Sukadeva Goswami to recite the text of Srimad Bhagavatam. Therefore, anyone who follows in the footsteps of either the ideal reciter or the ideal hearer, Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit respectively, will undoubtedly attain salvation like them. Данные стихи на санскрите из Бхагаватам 11.5.33-34. Продолжение комментария. Иначе говоря, Пуруша значит наслаждающийся, а Махапуруша — верховный наслаждающийся, то есть верховная личность Бога Шри Кришна. Того, кто достоин приблизиться к верховному Господу Шри Кришне, называют Махапурушикой. Любой, кто внимательно слушает Шримад Бхагаватам из уст рассказчика, представляющего его в истинном свете, обязательно становится искренним преданным Господа, дарующего освобождение. На всей земле не было более внимательного слушателя Шримад Бхагаватам, чем Махарадж Парикшит, и более компетентного рассказчика Шримад Бхагаватам, чем Шукадева Госвами. Поэтому тот, кто следует по стопам идеального рассказчика или идеального слушателя Шукадева Госвами и Махараджа Парикшита, подобное им, непременно достигнет освобождения. Therefore, anyone who follows in the footsteps of either the ideal reciter or the ideal hearer, Shukadev Goswami and Maharaj Parikshit respectively, will undoubtedly attain salvation like them. Maharaj Parikshit attains salvation by hearing only, and Shukadev Goswami attains salvation only by reciting. Recitation and hearing are the two processes out of the nine devotional activities. And by strenuously following these processes, some or either of them, one can attain the absolute plane. So the Поэтому тот, кто... Okay, that's good. Поэтому тот, кто следует по стопам идеального рассказчика или идеального слушателя Шукадева Госвами и Махараджа Парикшита, подобно им непременно достигнет освобождения. Махарадж Парикшит получил освобождение, слушая Шримад Бхагаватам, а Шукадев Госвами излагая его. Слушание и повторение – два из девяти методов преданного служения. И если человек старается следовать всем этим принципам или некоторым из них, он достигнет уровня абсолюта. So the complete text of Srimad Bhagavatam, beginning with the Janmadhyasya 111, up to the last one in the 12th canto, 12.13.23, was spoken by Shukadev Goswami for the attainment of salvation by Maharaj Parikshit. In the Padma Purana, it is mentioned that Gautama Muni advised Maharaj Ambarish to hear regularly for Srimad Bhagavatam as it was recited by Shukadev Goswami. Therefore, it is confirmed that Maharaj Ambarish heard Srimad Bhagavatam from the very beginning to the end, as it was spoken by Sukadeva Goswami. One who is actually interested in the Bhagavatam, therefore, must not play with it by reading or hearing a portion from here and there and a portion from there. One must follow in the footsteps of great kings like Maharaj Ambarish or Maharaj Parikshit and hear it from the bona fide representative of Sukadeva Goswami. Шукадева Госвами поведал Махараджи Парикшиту весь Шримад Бхагаватам, начиная со стиха Джанмади Асия, первый стих, и кончая последним стихом 12-й песни, чтобы помочь царю получить освобождение. В Падма Пуране говорится, что Гаутама Муни советовал Махараджи Амбариша регулярно слушать Шримад Бхагаватам в том виде, в каком его рассказал Шукадева Госвами. Данный стих также подтверждает, что Махарадж Парикшит выслушал весь Шримад Бхагаватам от начала и до конца, так как его изложил Шукадева Госвами. Поэтому тот, кто действительно хочет постичь смысл Бхагаватам, не должен относиться к нему легкомысленно и читать его или слушать выборочно. Он должен последовать примеру великих царей Махараджа Амбаришу и Махараджа Парикшиту и слушать Шримад Бхагаватам от истинного представителя Шукадева Госвами. So we're doing that. Prabhupada definitely a representative of Sukadev Goswami. И мы как раз-таки следуем этому наставлению, потому что очевидно, что Шрила Прабхупада является авторитетным представителем Шукадева Госвами.
He's giving us Srimad Bhagavatam, you know, pure and simple. Он дал нам Шримад Бхагаватам в очень чистой и простой и доступной форме. Not only giving us the book, but he created a whole society where we can get together and read it, discuss it, and live it, which... И он не только дал нам книгу, но он и создал целое общество, где мы можем собираться, читать это, обсуждать и жить в соответствии с этим. Which we don't find these professional reciters, and they mostly just sit the Rasa dance very emotionally with lots of music, a few hours a day for 7 days, and think that that's everything. И мы не увидим подобного отношения среди профессиональных чтецов Шримад Бхагаватам. Они в основном читают и делают особое ударение на раса-танцы, делая какую-то такую музыкальную аранжировку, когда читают эти части. И вот так они читают пару часов в течение 7 дней, думая, что ну, этим все и ограничивается. So... And then it's finished, and people have to pay a lot, and they just think, now I've done, you know, like Bricket, he heard the Bhagavatam for 7 days, but he was really hearing and doing nothing else, not just coming for a few hours for 1 week. И потом все эти люди. Они, во-первых, очень много платят за такое чтение, и спустя такого чтения неделю они думают, все, я теперь как Махарадж Парикшит, я прослушал Шримад Бхагаватам в течение 7 дней. Но Шукадев Госвами, он в действительности был полностью погружен в слушание с утра до вечера и ничем более не занимался. Эти люди, они приходят всего на пару часов в день в течение 7 дней, и все. So we're very fortunate. So this is a very long and thorough purport we can think about. Just as in today is Makara Sankranti, Makara Sankranti. That's a big day, especially in the Hindu calendar. И тут очень такой тщательный, детальный комментарий, над которым можно глубоко поразмыслить. И помимо всего прочего, сегодня день, который называется Макар Санкранти. Это большой день в календаре и индусов. It's because the sun moves into a certain different, you know, big astrological change is one reason. И одна из причин это то, что солнце, оно меняет свое положение. Это такая астрологическая причина важности этого дня. Also the day that the Ganga entered the ocean, you know, when Maharaj Sagara was bringing the Ganga across India to the ocean to bathe the ancestors. И помимо прочего, это тот день, когда Ганга вошла в океан, и когда Махарадж Сагара провел ее через всю Индию, чтобы принести благо своим предкам. My poor devotees have a really big festival at the Ganga Sagar place. И в Майяпуре преданные проводят очень большой фестиваль в месте, которое так и называется Ганга Сагара, место, где... Kapila Dev's ashram was there. И также ашрам Капила Дева находился в этом месте. And the sun is moving from Sagittarius to Capricorn. И солнце, оно переходит с одного лунного знака в другой лунный знак. Козерог переходит. Но не спрашивайте у меня детали по поводу этого. What happened is because um,
Because of Ganga got to the ocean. So that's a big event in our history. Now we have the Ganga. Но то, Ганга что мы выделяем. was not flowing on earth until this King Bhagirathi got her to come. И это очень большой день, но мы делаем ударение на то, что это момент, когда Ганга вошла в океан, и это большое мировое событие, имеющее большое значение, потому что теперь Ганга, она на этом земном плане, потому что до этого Ганга не протекала по земле, до того, как король Багирати не призвал ее на землю. And there's something, a lot of celebrations in the Hindu community. И в обществе хинду это очень отмечаемое событие. So Mr. Modi is wishing everybody happy Sankranti. И господин And Моди, президент, он всем желает счастливого Макара Санкранти, поздравляет всех. And it's a big time for flying kites. Но также это хорошее время, когда пускают воздушных змей. Ну, вот дети запускают воздушных змеев. And I just read a little article. It's an example I heard before, but relationships is like flying a kite. Everybody's worried И я about где-то relationships. прочитал статью по поводу того, что отношения между людьми, потому что все очень озадачены отношениями между людьми, и отношения между людьми, они подобны тому, как запускать воздушных змеев. You're flying a kite, you have to pull the, you know, you have a string, the whole, and if it, the kite won't fly unless you're pulling down on it. If you ever flew a И kite. когда, если кто-то из вас когда-либо пытался запускать воздушного змея, то вы знаете, чтобы он поднялся вверх, то есть такая веревка или нить, которая привязана к этому змею, и надо ее как бы периодически натягивать над себя, и тогда он взлетает с порывами ветра. Do Russians fly kites? Запускают ли русские люди воздушных змеев? Есть такая практика? Everybody Махарадж has. спрашивает. Но все ли знают, что это такое воздушные змеи? Да, кто знает. Prabhupada said he would fly kites with his sister. И Прабхупада иногда делился опытом своего детства, что они с сестрой запускали в детстве воздушных змеев. And he would pray that his kite would fly higher than his sister's. И он всегда молился, чтобы его воздушный змей летел выше, чем воздушный змей его сестры. And he said it always did. His always flew higher. И всегда действительно так и получалось, что его воздушный змей взлетал выше, чем ее. But in order to make the kite go higher, you have to pull back on the string, and then the wind catches. So the same way to keep a relationship good, you have to pull the other person in. И Make то есть, чтобы воздушный змей взлетел, его надо как бы периодически так натягивать на себя, и тогда ветер подхватывает его выше. И подобным образом в отношениях нам нужно все время вот так подтягивать другого человека. So back to the Bhagavatam. So И возвращаясь назад к Бхагаватам. this is a very good purport. Очень хороший комментарий. I picked out something that, well, it's something called Avaroha Panta. That means the knowledge comes down. Я выделил пару моментов, и один из них это Аварора Канта, это значит, что знание, оно не сходит сверху вниз. Like avatar, Krishna comes down. Подобно аватара, это значит, что Кришна не сходит. There's one so-called spiritual thing, and they call it the ascended masters, that you climb up, you know, you by your own power, you climb up to God or become God or something. But
actually Krishna has to come down, the knowledge comes down. Есть такое как бы понятие, там часто можем слышать незашедшие мастера, то есть там подразумевается, что как будто бы эти мастера своими силами, они вскарабкались наверх до уровня Бога. Но на самом деле Кришна — это тот, кто не сходит. И знание — это тоже то, что не сходит сверху вниз. So very early in the purport, it says, this is something I try to repeat to devotees quite often, trying to understand myself also. For advancement of material knowledge, there's a need of personal ability and researching aptitude. И это то, что присутствует в самом начале комментария, это также то, что я стараюсь углубить в своем понимании, это также то, что я очень часто повторяю преданным, и тут в комментарии это говорится. Чтобы заниматься материальной наукой, необходимо обладать определенными способностями и склонностями к исследовательской деятельности. So that's Varnashram, you know, everybody has different abilities. And some are very athletic, some are very musical, but still they have to practice. Others don't necessarily have the same ability, and even if they practice, they won't be very good at it. И это, по сути, варнашрама, потому что у каждого есть свои индивидуальные способности. Кто-то атлетичен, физически развит, кто-то музыкален. Но несмотря на то, что есть эти предрасположенности, всегда требуется практика в любом случае. А, например, люди, у которых нет такой предрасположенности, даже практикуя, они часто не могут достигнуть подобных результатов, как те, у кого эта склонность есть. Then but is there. But in the case of spiritual knowledge, all progress depends more or less on the mercy of the spiritual master. Но затем там следует слово «но», и говорится, что успех того, кто постигает духовную науку, в большей или меньшей степени зависит от милости духовного учителя. The spiritual master must be satisfied with the disciple. Духовный учитель должен быть удовлетворен своим учеником. Ясья прасадат, Бхагават прасад. Ясья прасадат. And we're singing that every day. By the mercy of the spiritual master. And if we don't get the mercy, if the spiritual master is pleased, everything goes very good. And if the spiritual master is not pleased, then there'll be chaos. И мы поем это в молитвах каждый день, и мы знаем, что если духовный учитель будет удовлетворен, то все будет благоприятно. А если же духовный учитель не будет удовлетворен, то воцарится хаос. So Prabhupada that's stressed it. Of course, that Guru Vastakam prayers as he gave us for Mangal Arati, and then that's the concluding of it. И Шрила Прабхупада, on the mercy of Krishna and spiritual master, but you can't get one without the other. That's... Поэтому Шрила Прабхупада в рамках нашего утренней программы Мангала Арати, он дал эту молитву как что-то обязательное повторять каждый день. И Гуру Аштака молитва заканчивается именно этими словами про духовного учителя. И мы знаем, что все в нашей жизни зависит от милости Гуру и от милости Кришны. И мы также знаем, что не получить одного без другого. Spiritual master must be satisfied with the disciple, then the knowledge automatically manifested before the student. Духовный учитель должен быть удовлетворен своим учеником, и тогда духовное знание манифестируется автоматически перед учеником.
Кто знает, что случилось? Звука нет. Шилограммы хочет свой даршан показать вам. Вот, шилограммы преданные. Благословляющее ваше общество. Это новый шилограмм у меня появился, кстати. Такой вот красавчик. Наверное, интернет, корона Мандаси. Раньше, по-моему, не трудно. Не трудно. Махашакти Прабху, их, наверное, каждое утро надо омывать, да? Омовение делать. Да, упасаны, 12 упасан, и омовение каждый день надо делать обязательно. Значит, чаринамрита всегда есть в храме. Я ее сам говорю. От Кришны. Чаринамрита есть, но это мало кто не знает. Никто не приходит в гости. Но кто приходит, тот получает. Хари Кришна, Матхирга Майя, как Махарадж. Надеюсь, подключится. Дайте, пожалуйста, надежду. Что-то с интернетом. Ждем, пока Махарадж подключится.
Надо Нарсимхадеву помолиться, чтобы он пролил милость, защитил нас и дал Надо петь. возможность. Пойте, Махаратам пожалуйста. пааттхэта. Пойте. Ну каждый давайте спойте, споем каждый. Намасте Нарасимхая, Рахладахлададайне, Хиранья Каши Пурвакша, Треватанканакхалай, Итон Рисимго, Паратон Рисимго, Ято Ятоя Митатон Рисимго, Бахир Нрисимго, Хридае Нрисимго, Нарасим Гамадим Шаранам Прападе, Тавакаре Камалаваре, Накхам Абхута Шрингам, Далита Хиранья Кашипу, Панно Брингам, Эша Бадрита, Марахари Рупа, Чай Джагади Шахаре, Джая Джагади Шахаре, Джая Джагади Шахаре. Джайо Нара Симхадев, Джай Прахлада Махарадж, Джайо Нара Симхадев, Джай Прахлада Махарадж, Джайо Нара Симхадев, Джай Прахлада Махарадж, Джайо Нара Симхадев, Джай Прахлада Махарадж. И Бхагаван Нарсимхадев ки джай. Бхактараш Прахлад Махарадж ки джай. О, чудо! My internet went off and I moved across the room and now it works a little bit. I don't know how long it's going to last. Okay, I'll see if I can find where I left off. Итак, у меня были сложности с интернетом, и надо было подключиться заново через другое устройство. Сейчас поищу, где мы остановились. You were reciting a few points from the verse. And the last one was about when the spiritual master is satisfied, then all the knowledge manifests itself to the disciple. Yeah. So then Prabhupada explains it's not some mystical magic. He's referring to one very famous Indian incarnation guru or whatever. How he talked. Still there? Yeah. И далее, вот до этого мы обсуждали тот момент из комментария, что если духовный учитель доволен учеником, то тогда к ученику придет понимание духовной науки. И далее Прабхупада объясняет, что этот процесс не надо считать как какой-то мистический акт, в ходе которого как волшебник гуру вкладывает какое-то духовное знание. И тут Шрила Прабхупада ссылается на одного йога-мистика того времени, который вот как бы не мистика, а одного такого гуру известного, который именно таким образом и представлял этот процесс в массы. So the story is this guru or incarnation or whatever he was. He said he put his hands on the head of the disciple, and the disciple felt some sort of electric power or something and was, you know, really heavy. And then afterward, the guru said, now I've given you all my potency, I have nothing left. He transferred all his knowledge and everything in that way. So it's a very famous story and many people really believe it. История этого гуру такова, что он положил руку на голову ученика, и когда он это делал, то ученик ощущал такой некий поток электрической энергии или такого электрического шока. И после того этот гуру говорил: «Все, я тебе отдал все свои силы, у меня ничего не осталось, все знания переданы тебе». Это такой популярный был такой человек. It's different, but when a disciple is sincere, then he has to hear from the spiritual master, then he has to apply the knowledge.
And when the spiritual master sees someone trying to do that, then Krishna blesses that he's able to do it. But it's the process of hearing and chanting and serving, inquiring submissively and rendering service. И но у нас процесс такой, что когда ученик искренен, тогда он должен слушать учителя, применять знания в жизни. И когда гуру видит то, как этот ученик старается, то он становится доволен, и, соответственно, Кришна тоже становится доволен. И весь процесс заключается в том, чтобы искренне слушать, читать, в смиренном состоянии вопрошать и выполнять служение. So it's like that in any student and teacher relationship, you know. When the teacher sees the student really work, doing the homework and trying and inquiring, and he spends more time with that person and helps him, and prays for him. И это подобно любым отношениям, где есть динамика учителя и ученика. Когда учитель видит, что ученик очень искренний, он старается. Он стремится очень идти следовать наставлениям своего учителя, то такой учитель, видя это, ему хочется проводить больше времени, помогая такому ученику, молясь за него. So it's not like they just put some helmet on your head and turn on the electricity and you get all the knowledge in the dictionary or you learn how to fly a fighter jet or something. Like they show in the movies sometimes. Это поэтому это не то, что как будто бы там ученику одевают какой-то специальный такой шлем на голову с электронами, и моментально ученик получает все знания, все там слова из словаря, информация о том, как летать там на самолете. Вот мы иногда в фильмах такое видим. Этот процесс отличается. So we need the mercy, we get the mercy by, you know, trying to do something. And then Super Soul will give us the ability to do it. When the spiritual master, when Krishna sees that the spiritual master is pleased, then he helps a disciple from within. Yeah. Это факт, что нам нужна милость, и ее мы получаем, когда мы стараемся делать что-то. И сверхдуша, видя это, наше старание, она будет давать нам возможности все больше и больше выполнять наше служение. И когда Кришна видит, что посредством таких искренних стараний гуру доволен учеником, то Кришна и сердцем также начинает помогать этому ученику. Oh, you see, it's quite a thorough purport, so look at a few more points. Это достаточно такой детальный комментарий. Я хочу еще, может быть, пару моментов из него упомянуть. Prabhupada also gives an example. It's like husband and wife. If the man is potent and the wife is fertile, then when they combine, they can produce a child. But it's not magic, you know. И Шрила Прабхупада иногда приводил такой пример, когда есть муж, у которого хорошая потенция, жена, у которой хорошее плодородие, когда они сходятся вместе, то может появиться ребенок, но это не какое-то волшебство. So Krishna is giving his teaching and he's saying to approach his spiritual master and hear submissively. Поэтому Кришна, он дал нам учение и дал нам наставление обратиться к духовному учителю и слушать его смиренно. So then Lord Chaitanya came to make it easier, but still we have to chant the holy name and give up the sinful activity. Then we get the mercy much easier. И затем пришел Господь Чайтанья, чтобы сделать все еще более проще для нас. Но в любом случае нам надо воспевать со своей стороны и оставить все греховную деятельность.
So Prakriti, when we talk about the nine processes of bhakti, hearing and chanting, so these two are the example of the perfect hearer and the perfect chanter. Prakriti Maharaj was perfect hearer and Sukadeva was responsible. И также упоминается девять видов преданного служения, и особенно ударение тут делается на слушании и воспевании. И эти две личности, которые тут приводятся, Парикшит Махарадж, он был идеальным слушателем, и Шукадева Госвами, он был идеальным чтецом. So Sukadeva Goswami heard from his father, Vyasadeva, and he repeated. And Sutta Goswami heard from Sukadeva, and he repeated. That's the process. Not by being creative and making up things, you don't get to be the guru, but by following and repeating. But we repeat in our own words. You know, the package can be different, but the inside is always the same. И Шукадева Госвами, он слушал от своего отца Вьясадевы и потом повторил. Потом, потом Сута Госвами слушал от Шукадевы и повторил. То есть это наш процесс, мы слушаем, а потом повторяем всю суть. Может быть, слова, которые мы выбираем, они немножко иные, но суть остается той же. That's what we need, spiritual vision. We see so many different bodies. Really, they're all the same. They're just, you know, earth, wire, fire, and ether, the bodies of humans and animals, it's just blood and bones and, you know, all kinds of things. And the inside of a dog and the inside of a human is not much different. But the real science is spiritual. Также мы можем, например, видеть в внешнем мире много разных тел. Они выглядят как будто бы по-разному внешне, но по сути состоят из каких-то похожих субстанций, воздух, эфир. Но при этом, если заглянуть внутрь животного, то внутри будет выглядеть немножко иначе, чем внутри у человека. Будет разница. Но мы знаем, что истинная наука — это духовная составляющая, хотя и внешне это может выглядеть по-разному. So we are very fortunate. We're hearing from the disciplic succession. And Prabhupada has taken, you know, the commentaries of all the great acharyas who were writing in a reasonably modern age since Lord Chaitanya, and, you know, taken out exactly what we need and putting it into modern language and also, you know, examples that are, that we see going on now. И мы на самом деле очень удачливы, потому что мы относимся к ученической преемственности, из которой Шрила Прабхупада для своих комментариев взял суть из слов всех ачарьев со дней Господа Чайтани Махапрабху и взял всю ту суть, которая нам необходима, и перенес это на современный понятный язык с примерами того, что творится сейчас в мире. All right, so we'll see if we have any comments or questions. Yoga Maya doesn't have a lot of time, 10 more minutes. Сейчас мы посмотрим, какие есть вопросы, и у меня, к сожалению, есть еще 13 минут только, 12. Yeah, there are some questions in the chat room. Вопросы okay. Из чата. Мои поклоны. Есть преданные, которые принимают дикшу у нескольких учителей в разных сампрадаях. Насколько это авторитетно?
So there are devotees who are accepting several Diksha gurus from different sampradayas. Is this bona fide? No. Нет, это не авторитетно. Diksha guru can only be one. Shiksha guru can be many. But if they're in ISKCON, and Prabhupada strongly was, no, you stay with not, I don't know what sampradaya, different one you talk about, not even Gaudiya sampradaya. And then this gets really confusing, and then they'll just doubt everything, because every different sampradaya would have different ideas about the same thing. И дикша-гуру может быть только один, шикша-гуру может быть много. Но это если идет речь о том, что мы находимся внутри ИСКОН. Но Шрила Прабхупада был достаточно осторожен с другими сампрадаями. И еще нужно понять, что имеется в виду, когда идет речь о других сампрадаях. Потому что если речь идет о другой сампрадае, которая даже не относится к Гауди сампрадае, то это может привести человека к большой путанице и сомнениям, потому что в других сампрадаях там может быть очень сильно отличающее объяснение определенных вещей. Did you translate? Yeah. Okay. У вас слышно перевод, да? So that's, I don't know when you say different sampradayas exactly what you mean. You know, because поэтому я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите другая сампрадая. There's probably different understanding of the word sampradaya. Потому что также может быть разные понимания того, что такое сампрадая. Обычно Гаудия сампрадая принимают исконовские преданные. Вы имеете Гаудия матх? Вы имеете в виду Гаудия матх? Да-да, Гаудия матх. She's saying she's referring mostly to Gaudiya matх. The Gaudiya matх. Yes. Theoretically, the Gaudiya matх is not a different sampradaya exactly. But there's different moods. So Prabhupada, you know, he obviously was empowered and to spread this all over the world. Then a lot of these other guys who never did anything, they follow along in Prabhupada, behind Prabhupada, and they pick up, you know, devotees who fall away from ISKCON, or they think ISKCON's too strict or something. Or they get mistreated by devotees and they feel bad. So whatever reason. But then there's other sampradayas completely, like, you know, there's four main sampradayas. And they have much different than their personal. Когда речь идет о Гаудия матхе, то по сути это не другая сампрадая, но это тоже Гаудия сампрадая, но там совсем другое настроение. Но очень очевидно, что Шрила Прабхупада был особенно уполномочен для того, чтобы распространить эту миссию по всему миру. А другие ребята, которые, в общем-то, по сути, не приложили никаких усилий, они следовали по стопам Шрилы Прабхупады и часто подбирали тех, кто откололся немножко или отбился от Шрилы Прабхупады. То есть, может быть, это те, кто не мог следовать и думал, что слишком все строго в движении Шрилы Прабхупады, или те, кому не очень хорошо отнеслись, и они обиделись и решили тоже отойти. И вот они таких вот людей подбирали к себе. Но есть совершенно другие сампрадаи. Мы знаем, что есть четыре основные сампрадаи, и другие сампрадаи, у них совершенно другая философия. So when you first made the question, you said that some are taking diksha. A diksha means initiation, so we don't do that. I mean, that's not standard. И когда вы задавали вопрос, вы написали, что
они взяли дикшу, то есть дикша — это инициация, и мы так не поступаем, потому что это не наш стандарт, которому мы следуем. It's clearly stated in Chaitanya Charitamrita that Diksha Guru is only one, but Shiksha can be many, should be many. But the Shiksha Guru, they should be lined up in agreement with each other. И очевидно, очень говорится в читании Чаритамриты, что Дикша Гуру может быть только один, а Шикша может и должно быть больше, чем один. Но очень важно, чтобы все Шикша Гуру были согласованы между друг другом, чтобы они все давали наставления в одной линии. Thank you, Maharaj. Спасибо. Okay. Let me see. I see something more in the chat. Еще в чате Харе Кришна, дорогие преданные, поклоны, слава, спасибо. Спасибо, пожалуйста, на здоровье. А, это просто спасибо, благодарности. No, this is not a question. This is a lot of gratitude for Prabhupada, for you, for the class, for translation. Thank you. Hare Krishna, можно вопрос задать? Да. Hare Krishna. Question. Hare Krishna, спасибо огромное за лекцию. Так рад вас слышать, вообще видеть вас. Дай Бог вам счастья, здоровья, чтобы как можно дольше вы давали свою милость преданным. У меня вот вопрос такой практического характера. Вот просто как удовлетворить духовного учителя? Вот мы просто слушаем лекции, ну, то есть, ну, как бы, ну, мы на расстоянии с духовным учителем. Мы пытаемся внедрить, ну, как бы, те наставления, которые Махарадж говорит, в жизни практиковать. Но такой прям связи тесной нету, там, общения, там. И вот вообще, как бы, удовлетворяем мы таким образом духовного учителя? Ну, то есть, как бы он, может быть, даже нас и не знает, и не слышит, чем мы там занимаемся особо. Ну, то есть мы занимаемся под руководством здесь местного GBC, там, ну, делаем служение. Ну, как бы находимся в санге, все практикуем. Ну, вот, вот такой вопрос. So first of all, thank you for the class. We are so happy to see you and hear you again. We wish you a lot of happiness and health, that you can shower your mercy more time for the devotees. And my question is like practical one. How can we basically satisfy Guru? Like we all listen for the classes, but we are far away from each other. We are trying to apply the knowledge and follow the instruction in our lives, but there is no like a lot of direct association with the guru. So how can we know if we even satisfy him? Maybe he doesn't even know of our existence. He doesn't know what happens to us. Of course, we are under the local guidance of local GBC and we're following everything, but how do we know that we are satisfying the guru? Well, if you're satisfying his representatives, no problem. That it automatic. If we're doing something independently, then you know we might not be satisfying the guru. Ну, во-первых, если мы удовлетворяем представителей гуру, то в этом нет проблемы. Автоматически, если эти представители удовлетворены, то и гуру удовлетворен. Но если мы стараемся делать что-то совершенно независимо, то ну, не факт, что мы будем удовлетворять гуру. So that takes intelligence. Intelligence means, you know, hearing from the Bhagavad Gita and getting the mind purified to remember Krishna's behavior and all. То есть для этого требуется разум, и мы слышим из Бхагавад-гиты, что нам нужно очищать ум и разум и действовать таким образом, как рекомендовал Кришна в Бхагавад-гите. Okay.
Okay, thank you all very much. And we have to let Yoga Maya go. Right? Спасибо всем большое. Я, к сожалению, мне надо идти сегодня, ограничено время, и я не могу продолжить перевод. You said 11:50. Now it's yeah, I have 48. 11:48. So that's about it. Yeah. So thank you all very much. I recommend to read it over again. You know, to keep it in your mind, the sloka and the purport. Спасибо всем большое за эту встречу, и я очень настоятельно рекомендую перечитать этот и стих, и комментарий, погрузиться в него. Спасибо. А вы можете свой вопрос на будущее, на следующий раз оставить, скопировать куда-нибудь? Хорошо, если не забуду. Спасибо. Okay, so Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Rama. Okay, bye bye. До свидания всем. Thank you very much. Had an interesting morning today. I was walking from Prabhupada Samadhi to the temple. There's a group of two or three people. One, some Bengali, and one lady, and every morning they're just chanting, and they have a book table, and they get a lot of people gathered around. So I joined and was chanting. You get so many small groups of Bengali people walking by, and they all come and dance, you know, like 20 or 30 or 10, and then many buy book. Like it, you know, it's early in the morning, 7 o'clock. Every morning for 7 years I've been doing that. A lot of really amazing devotees around the world. Wow. Okay, so long, bye-bye. Махарадж рассказал, что он сейчас в Майяпуре, и каждое утро, когда он с утренней программы идет из Самадхи Прабхупады, он видит группу из преданных, 2-3 человека. Среди них есть бенгалец, и они каждое утро уже последние 7 лет в это раннее время выходят, воспевают святые имена. Им удается привлекать к их воспеванию много маленьких групп бенгальцев, и они абсолютно без исключения все танцуют под этот киртан, и потом обязательно берут книги. Поэтому есть очень много удивительных преданных по всему миру. Вот. Мои поклоны. Всем хорошей недели. Хари Кришна. Спасибо большое. Спасибо большое. Наш старинный поклон и сослужил Прабхупаде.